включили фонари, чем распределяет снег по всему корту. И вот здесь такую кучу накидали. Стену великую сургутскую снега почти убрали. А основную кучу снега раскидали по всему корту. Но пока это все тает. Все это лужи под покровом ночи с фонариком. Мне это напомнило какой-то детектив. Решетку погнули еще больше. Здесь у нас большая траншея, дочищена не до конца. Раскидывает весь снег по корту. И вот результат такой чистки. Ограждение повреждено, зацепил его экскаватор. Они были выгнуты наружу, сейчас их загнули обратно, вовнутрь. Рабица тоже вся погнута, наружу вся. Вот здесь отчетливо видно повреждение одной из стоек. То есть я вообще не понимаю, как он так работает, что он в темноте может не увидеть, когда будет ехать назад, кто там сзади. Они его не включают. То есть экскаватор работает в темноте полнейшей. А мы знаем, что недавно в Сургуте такой же экскаватор при ходе назад раздавил женщину. Просто сдавал назад, не посмотрел и раздавил женщину сразу насмерть. Кабель под напряжением. Весь снег раскидали по территории корта. Ничего не вывезли. Все раскидано, весь корт в снегу. Двор ждет потоп. Вот видно, кабель оторван. Здесь тоже оторвано. Кабеля наверняка под напряжением. Лопата валяется в стороне. Видать, пытались чистить это все вручную. Ворота с петли сорваны, а вторые перекошены. Начали распределять снег по всему корту. Вот в правый угол свозят. То есть подъезд расчистили, заехали, включили фонари. Почему-то только на экскаваторе. Общие фонари не включают. Видать, свет экономит или что? Я не знаю. В общем, водителю с фонарями на улице уже темно. В общем, распределяет снег по всему корту. Ну, я предполагаю, что это связано с тем, чтобы снизить нагрузку на борта и на стенки корта. Какой-то странный метод. Вместо того, чтобы вызвать машину и сразу вывозить снег, они распределяют снег по всему корту. Следующее утро. Значит, проход они расчистили, ворота открыли. И вот здесь такую кучу накидали. Стену великую сургутскую снега почти убрали. Вот тут немножко осталось. Все перекинули внутрь корта. Вот такую кучу накидали. Вот здесь великая стена остается. Здесь тоже. А основную кучу снега раскидали по всему корту. Полностью раскидали. Будут они это вывозить или нет, посмотрим. Но пока это все тает. Все это лужи. Все это создает неудобства. Сейчас заснимем с другой стороны. Вот это все было накидано вчера до 8:30 вечера. То есть машина работала без включения основного освещения. Под покровом ночи с фонариком. Мне это напомнило какой-то детектив. Вот так ворота открыли. Непонятно, то ли их сейчас сорвали, то ли они раньше были сорваны. Здесь все погнуто. Здесь ремонт идет. Ограждение повредили. Ограждение повредили и не выставили новые. Такие кучи образовались. Решетку погнули еще больше. Металлоконструкции погнуты. Вот эта вот стойка явно погнута за счет снега.
здесь у нас большая траншея, дочищена не до конца. Сегодня экскаватора видно не было. Сегодня 16 число, и экскаватор, у которого при ходе назад не работает сигнализация звуковая, раскидывает весь снег по корту. Вон там еще появился маленький экскаватор, тоже разгребает кучу. Снег убирают, но не вывозят, раскидывают по корту. И вот результат такой чистки. Ограждение повреждено, зацепил его экскаватор. Продолжаем сериал про Сургутскую стену снега. Вот вы видите, да? Вот такой высоты она была. Такой высоты аж вот до сюда доходил. Вплоть до того, что решили поставить ограждение вот там наверху. Сейчас высота Сургутской городской стены уменьшилась. Вот это вот вообще шикарная картина. Ограждение на высоте более 2,5 метров. С этой стороны тоже они решетку ставили, чтобы дети якобы не лазили. Естественно, это не помеха. А весь снег взяли и раскидали по всему корту. Весь корт усыпан снегом. Сейчас попробую зайти туда, с той стороны. Здесь образовалась траншея. Вот этот снег весь не вывезли. Здесь тоже много снега. И он никуда не девается. Ограждения повреждены. Они были выгнуты наружу. Сейчас их загнули обратно, вовнутрь. Рабица тоже вся погнута, наружу вся. Вот здесь отчетливо видно повреждение одной из стоек. Вот еще один ракурс. Вот те кадры, где ночью ездил экскаватор без стоп-сигнала, без сигнализации при заднем ходе. Он крутился вот на этом пятачке. В принципе, мог в темноте и не заметить, кто там сзади. 4 часа машина работает, экскаватор. Причем в полной темноте. Работает только передний свет. При движении назад сигнала не слышно. То есть я вообще не понимаю, как он так работает, что он в темноте может не увидеть, когда будет ехать назад, кто там сзади. Тут, по идее, везде освещение включается на корте. Они его не включают. То есть экскаватор работает в темноте полнейшей. А мы знаем, что недавно в Сургуте, где-то месяца 2 или 3 назад, такой же экскаватор при ходе назад раздавил женщину. Просто сдавал назад, не посмотрел, и раздавил женщину сразу насмерть. Ворота на бикрень. Здесь вот кабель под напряжением. Ну, повреждения не вижу, но гофра вот здесь вот повреждена. Возможно, и кабель поврежден. Тут вот что-то оторвано. Самое главное, вот здесь повреждение. То есть с этой стороны они пытались чистить и повредили ограждение. Я забрался на одну из куч, на одну из стен. И снимаю, что тут происходит. Весь снег раскидали по территории корта. Ничего не вывезли. Все раскидано, весь корт в снегу. Двор ждет потоп. Как только наступит, сейчас вот минус 4 градуса,
как только будет плюсовая температура, весь корт поплывет, а вместе с ним и двор, а вместе с ним и вон там озеро вырастет. Вот так у нас якобы чистят снег. Раскидали и не вывезли. Ждут, пока растает. Вот видно, кабель оторван. Здесь тоже оторвано. Здесь все повреждено. Кабеля наверняка под напряжением, потому что освещение-то, по идее, работало на катке. Сейчас, не знаю, давно его не включали. Лопата валяется в стороне. Видать, пытались чистить это все вручную, но поняли, что нереально. И решили вызвать два экскаватора. Один маленький, один большой. Ворота с петли сорваны, а вторые перекошены. Но самое главное вот это вот. Вот это сургутский корт. Ограждение повредили, снег до конца не убрали и раскидали по всей территории. Вот это все будет таять. Здесь подход остался, то есть дети до сих пор могут подобрать этот, зайти, но я вот здесь устоял. Получается, снег весь не убрали и ничего не вывозит. Вот этот снег, который они накидали с корта, они, видать, тоже не хотят вывозить. Ну и чистить его здесь проблематично, потому что это уже чужая территория. А вон там замок висит на двери. И вот весь снег на корте. Все это будет таять. Здесь тоже замок висит. На этом все. Будем следить за ситуацией. Благодарствую.